Татьяна Сытник на посту заместителя директора социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Радуга» уже 8 лет. За это время через ее руки прошли тысячи детей. Ее подопечные изъяты на время, как правило, из неблагополучных семей. И главное в работе, признается она, не премии, поощрения начальства, а чтобы каждый ребенок вернулся обратно в семью. У нас дети, которые оказались в социально сложной ситуации, в жизненно трудной ситуации, поэтому мы действительно прикипаем к этим детям, поскольку я когда первый раз пришла год работать, я без слез не могла с ними прощаться. Мы передаем иногда, у нас же работа еще и с семьей идет, профилактика, реабилитация не только детей, но и семьями прежде всего. Наша задача вернуть детей в семью. Это самое главное, потому что только там они будут счастливы. Но есть вот, которые действительно невозможно уже возвращать семью, тогда они уходят в другие учреждения детские. И приходится расставаться с ними очень тяжело. Свой профессиональный праздник в Ленинске-Кузнецком отмечают 446 работников социальной сферы. Их труд сложно недооценивать, ведь практически на каждого приходится по сотне человек, нуждающихся в соцподдержке. И спектр услуг очень широк – от работы в реабилитационных центрах до социального такси. Если говорить вообще о социальной работе, в принципе, это, наверное, та работа, которая принадлежит исключительно к самым гуманным профессиям. Это профессия как искусство. Искусство человечности, искусство найти, открыть в каждом, с кем вы работаете, веру в очень простые, но, наверное, самые главные ценности – веру в любовь к жизни. В этой профессии не бывает случайных людей. Люди приходят только по зову сердца. И главная черта характера, которая определяет соцработника, это отзывчивость, доброта и неравнодушие. 17 лет работает в центре реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями социальный педагог Наталья Шаясюк. Говорит, что за эти годы ни разу не было желания уйти. Видя благодарные глаза детей наших, знаете, есть чем сравнить. Я всегда оставалась и хочется продолжать дальше помогать нашим деткам. В канун своего профессионального праздника лучшие социальные работники получили министерские, областные и городские награды. Свой подарок сделали и творческие коллективы города.